Добрый вечер, с вами Яна Ромашкина, это новости из области. Количество безработных сокращается. В этом году служба занятости Подмосковья помогла трудоустроить свыше 10 тысяч человек. В настоящее время Подмосковье сохраняет позицию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъектов страны, сообщает министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. В ближайшие 4 года в Подмосковье планируется построить порядка 230 школ. Программа по строительству школ рассчитана до 2020 года. Общий объем финансирования этого проекта составит порядка 150 миллиардов рублей. Каждый житель Московской области может предложить свой двор для включения в программу по благоустройству. Для этого необходимо принять участие в голосовании на портале «Добродел». 100 дворов, набравших наиболее количество голосов, было дополнительно благоустроено в 2017 году. За первые сутки голосования свои предложения высказали около 7 тысяч человек. Уже в список внесено более 2 тысяч адресов. В области стартует социальная акция «Подмосковье. Территория добра». Начиная с апреля в области пройдет несколько благотворительных мероприятий, в которые будут входить оказание продуктовой помощи, помощь в бытовом обустройстве, досуговом, транспортном сопровождении при посещении медицинских и иных организаций, оказание помощи на приобретение питания проживающим вместе с пожилыми людьми и инвалидами домашним животным, бытовой ремонт, уборка домов малоимущим, одиноко проживающим гражданам. 8 и 22 апреля по всей территории Подмосковья пройдут общегородские субботники. Жители Лыткарина также смогут принять участие в облагораживании своего города. Общий сбор участников – 8:30 утра у здания администрации. На этом у нас все. С вами была Яна Ромашкина. Встретимся через неделю.